Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня открыли на Тайване новую интересную акцию, и мы сейчас ее посмотрим, что же все-таки в ней есть. Ее добавили не с утра, уже попозже. Я смотрел, с утра ее не было. Еще какие-то акции подобавляли днем. Так, понятно. В общем, магазин скидок. Довольно-таки неплохой скин на ворожея, топовые плюшки тоже можно забрать. Но основная акция вот здесь. Это та акция, о которой говорилось уже в обновлении, то есть она донатная, типа мега-мега-мега магазин. Ну и действительно, плюхи здесь довольно-таки неплохие. Вы имеете возможность выбрать три разных варианта, то есть это минимальный донат, мелкий пак и четверть меньше среднего пака. То есть так вот. У вас всего есть 5 попыток. 5 попыток на то, чтобы получить, ну, 5 разных выборов. Поехали, будем смотреть, определяться. Первые тут у нас идут расходники. Ну, в принципе, 600. 600 это что у нас получается? Плюс 200. 60 тысяч кгшек, точнее 12 тысяч кгшек. ЗПшки, карты можно набрать, как вариант нажимаете, получаете кучу карт. Ну, я не знаю, есть ли смысл вот этой именно акции, ну, первой выбора. Камешки, ну, по-любому на других серваках это все будет меняться. С осколками скинов, то есть тоже довольно-таки неплохо. Можно нормально скинов натащить, только надо знать, какие в каких падают, какие в первых, какие во вторых, а какие в третьих. Только что-то непонятно. А, есть осколки героев, осколки, скорее всего, скинов. Ну, самое, наверное, интересное, это вот эта вот тема. Это книжечки, возможность выбрать книги. Это, считайте, плюс сразу же, ребят, плюс один левел в Battle Pass. То есть, если вы не успеваете, надо всегда на запас иметь эти книги. Ну, я скажу, довольно-таки неплохо. Камешки, молотки. В общем, вы имеете возможность выбрать все, что хочешь. В первом у нас идут более такие расходники. Чарки, восьмые, такие кристаллы. Дальше поехали. Второе. То есть, это уже второй левел. Здесь у нас идет повеселей. Здесь вы уже больше двойные плюхи, как видите. Здесь уже есть камешки. Кому их не хватает, может выбрать. 20 чарок, сундучки, мешки, монетки. Ну, получается 40 монет. Ну, такое. Довольно-таки интересная акция, я вам скажу. На некоторых серверках, если вот это сберегут, можно охрененные итемы получить. И причем это минимальные паки, то есть это не средние, там небольшие паки. Но отсюда довольно-таки неплохо, я не знаю, смотря в зависимости от сервака, но, допустим, можно набрать монет, чтобы отсюда я взял, то это монет, а потом их обменять на более выгодные предложения. То есть тоже неплохо. Можно сразу же получить там, допустим, эссенции, кому надо. Ну, в основном лучше брать такие какие-то нормальные, ну, 10 тысяч. Тоже, в принципе, если сравнивать, что у нас на рынке тут. Ой, ничего себе, монетку за сменку дают, офигеть. Вот реально красавчики. Такс. Карты. Большие паки. 320 по 40 сундуков дают. Жали сюда. Ну, тут то же самое получается. Но вы имеете возможность выбора. Ну, там выгоднее даже. Там выгоднее. Но зато здесь есть другие плюхи. Вы можете скомбинировать то, что вам именно чего не хватает. В этом, как бы, и, скорее всего, плюс этой акции. Так, ну и самое основное, это третье. Здесь реально кайф, то, что можно получить осколки зефира. Для некоторых серваков это реально вот
сколько у нас получается, 5, 75 осколков, по сути, на русском это полпака. То есть, кому не хватает, он там может выбрать определенные плюхи. 200, ну, наверное, выгоднее все-таки там, ну, там меньше получается. У вас есть 5 попыток, тут больше вы количество плюх получите. Обряд лечения, ну, скорее всего, суперсила, скорее всего, эту акцию будут менять, потому что, ну, на каждом сервере будут свои плюхи, скорее всего. Потому что на некоторых серваках это реально будет очень жесткий трэш. Но опять же, это для донатов, для без доната здесь делать нехрен. Но интересно, интересно. Мне бы хотелось, чтобы сюда добавили, конечно же, камешка в определенных, ну, что есть, то есть. В общем, вот такая вот, ребятушки, акция. Не знаю, как она найдет. 3 дня, 5 попыток у вас есть. То есть вы можете дособирать те героев, эти плюхи, которых вам не хватает. Возможно, будут дальше улучшения какие-то посерьезнее, будет посильнее. Посмотрим. Вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.